В селе Ильинка Маргаушского района идет строительство страусиной фермы. В хозяйстве уже 16 птиц. Планы у владельцев грандиозные. Продажи мяса, яиц и, конечно, развитие сельского туризма. Площади позволяют даже устраивать страусиные бега. Тему продолжит Мария Шоклева. Эти африканские страусы вместе со своими владельцами приехали в Чувашию с Урала. Фермерам понравился наш климат. В перспективе, да, будет построен инкубаторий для наращивания поголовья, то есть до нескольких тысяч планируем увеличить в данном этапе стройка. Туристов это не смущает. На ферму зачастили любители экзотики. Детей привозят целыми лагерями. Это единственное место в Чувашии, где можно погладить и покормить редких птиц. Кроме травы в меню – овощи, комбикорм, мел для крепкой скорлупы и галька. Камни нужны для измельчения пищи в желудке. Страусиная ферма – теоретически безотходное производство. Кожа страусов стоит как крокодилья. Перья тоже на расхват у дизайнеров. Из ресниц этих птиц делают кисточки. А в мясе и яйцах почти нет холестерина. Кстати, одно стоит больше 1000 рублей. Яичница из него получается знатная, как из 25 куриных яиц. Самка сносит яйцо, самец их высиживает. Делает гнездо в песке и 40 дней греет, чтобы получился птенец. В дикой природе страус одним ударом может убить льва. Ноги – главное оружие. Они удрать помогут со скоростью 50-70 км в час. То, что страус прячет голову в песок – это всего лишь миф. На самом деле, в момент опасности птица ложится на землю и прижимает к земле голову и шею, чтобы быть менее заметной. Птички оказались хулиганами, любопытными и трусливыми одновременно. Телефоны воруют, все, что блестящее, то есть проглатывает, и камушки его перемалывают. За ног свой хватает. Ну, вообще, все. Все инородные предметы пытаются поглотить. То есть гвозди, саморезы. У страусов хороший иммунитет. Они переносят и жару, и холод, не боятся даже ледяного дождя. Зимой будут бегать по снегу. Кстати, именно зимой ферму планируют открыть официально. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика.